Как тебе тогда? По-моему, слишком полновато. Да, по-моему, милая. Слишком большой нос. Да ладно тебе. А вот это? Слишком худая. А как тебе вон та? Вон та блондинка? Не-не, вон та в красном свитере. Ты где? Вот-вот, с пакетом в руках. Чувак, это мужик. Думаешь? У него усы. Думаешь, стоит подойти? Зачем? Блин, так волнуюсь. Ты куда собрался? Сейчас, подожди, уляжется. Чувак, это 100% мужик. Блин, я и так волнуюсь. Как вообще надо знакомиться, а? Как? С тёлками надо знакомиться. Фух, ладно. Буду импровизировать. Стой, куда? Начну с шутки. Потом комплимент. Потом спрошу, любит ли кофе. Чувак, это мужик. Ты хочешь познакомиться с мужиком? Рустам, если сидеть на месте, то так и останешься один. В углу пылится телефон. И все такое. Мы ведь для этого сюда пришли. Мы пришли сюда, чтобы подцепить тёлок. Тише, он сюда смотрит. Блин, сам меня привел, а теперь отговариваешь. Друг называется. Что? Фу, все, надо идти. Блин, ладно, пофиг, будь что будет. Чувак, у меня его телефон, и ничего сложного. Договорились завтра в кофейне. Мне интересно. Просто подошел и познакомился. Я и не думал, что могу так. Я тоже не думал. У нас завтра двойное свидание. Он приведет для тебя подругу. Ее зовут Дима. Блять.